Всем привет, с вами Интернет Тула. Сегодня у нас суббота, 11 апреля. Мы приехали в Думинский район Тульской области, Новая Павшина. У нас здесь уже очень много подключений в этом населенном пункте. Сегодняшний день не станет исключением. Рядом здесь Павшинская крепость знаменитая. Вот, собственно, к нам обратился человек с просьбой подключить ему интернет. Так, у него мама учительница, работает на удаленке, нужен интернет. Интернета нет. Приехали, продиагностировали, ну, как и везде по всей России обнаружили значительные просадки скоростей по всем провайдерам в связи с тем, что народ сидит дома. Те, кто с модемами сидят, у них сейчас скорость меньше мегабита. Удаленно работать уже не получается. В прошлом году мы здесь ставили скорости были 30-40 мегабит, сейчас уже 10-20. Поставили уже оборудование, вот там прямо зафиксировали на базовую станцию. Сейчас перейдем в дом, непосредственно будем производить замеры. Что у нас тут получилось? Нужно, чтобы было исходящее не меньше 3 мегабит, входящее порядка 10 мегабит, чтобы можно было удаленно работать. Опять же, повторюсь, это ситуация сейчас. Как только карантин снимется, здесь скорость увеличится процентов на 50. 50-90% в этом диапазоне. Опять все будет летать сейчас, но нужно с пониманием относиться, такая ситуация в стране. 10-20 мегабит – это уже считается нормой сейчас в условиях эпидемии в стране, в мире. Так что звоните, пишите, подключим вас в любую точку, где бы вы ни были. Тульская область, Думинский район, Новая Павшина.